В Тарасовке Пологовского района, село обычное, каких сотни в Запорожской области, 9 апреля 1936 года родился Степан Иванович Кравчун. Выходец из бедной украинской семьи, возглавит впоследствии одно из крупнейших предприятий региона, станет ключевой фигурой в развитии отечественного автомобилестроения. Но обо всем по порядку. Тяжелое было время. Страна все силы бросила на индустриализацию, а на село попросту махнули рукой, пометуя бунты и восстания, пусть выкарабкиваются сами. Из истории мы знаем, как это было, а вот как удалось конкретному человеку выжить, выстоять, поставить на ноги детей, теперь уже никто не расскажет. Иван Степанович Кравчун, возвратившись из Средней Азии, куда занесла его гражданская война, создал семью, стал ждать сына. Весной 36-го наследник родился, и назвали его Степаном в честь деда, коренного жителя вольнолюбивых пологовских и гуляйпольских мест. Уже в 37-м, в возрасте полутора лет, Степан остается один с отцом, мама умирает. И не нам сейчас судить, что подтолкнуло отца снять малыша, изъеденного вшами, с печи, завернуть его в свой кожух и пойти к реке, чтобы избавить сына от продолжающихся мук голода и болезни. Иван Степанович всегда рыдал, вспоминая тот морозный зимний день. Расстелив на льду реки кожух, посадил на него Степана, отец начинает пробивать полынью для своего сына. Но что-то остановило его.